В Махачкале в муниципальном доме «Шахмат» имени Анатолия Карпова стартовало первенство Дагестана по шашкам среди юношей и девочек. За награды турнира поборются свыше 30 юных шашистов из различных городов и районов республики. В каждой возрастной группе играют по круговой системе. Контроль времени каждому шашисту по 8 минут на одну партию и 5 секунд на каждый последующий ход.